По-видимому, осеменение маток, да? Серьезно? Да. С микроскопом сразу. Серьезные технологии, ничего не могу про них рассказать, не разбираюсь. Потому что здесь никаких советы неопытного специалиста могут только ухудшить положение, и чем сильно. Тут надо понимать и разбираться, что происходит. 50 евро. 50 евро. Сейчас посмотрим. Три шкалы. Ну, у нас такой стоит 900 гривен. Или 850, или 900 гривен, я не скажу. Ну, просто потому что приехали. Ну, не 4500 и 800, 4500 и 800 гривен, разница есть. Ну, как-то так. А ну, вот здесь спросим. How much this? Yeah. How much? 50 euro. 50 евро. Одинаковая цена. Это, наверное, один и тот же стенд. Так, прополис, пчелопродукты. Пошли дальше, неинтересно. Вот, вот. Нет. Нет, не были здесь. Юг тоже кофе. Кто? Иран? Нет, мы пили, тут женщина еще смеялась. Пошли. О. Так. А вот какой-то костюм здесь. Нифига себе. Я не знаю для чего это походу. У кого-то дикие пчелы, мне кажется. Сильно дикие, потому что. Ну вот такой это костюм. Причем он такой толстый-толстый. Несколько слоев, он как мишка. Сделали так, сделали. Что? Да. Стол так стол. Вот. Чем-то он мне напоминает где-то то ли Лысонь, то ли какого-то производителя, да? Вообще один один. Ну, содрали. А вот тут это механизм распечатывания рама, кстати. Ну, когда-то мы, я не знаю. Ну, это работает. Не, я понимаю, что работать, но я не понимаю, как такая мягкая ворса может распечатать воск. Возможно, что быстро крутится, да? Лысонь, там идет целый каток. Да, у всех идет цепь. Всех идут, как правило, и то, ну, не волосы, а. Как тебе сказать? Не волосы, а именно какие-то твердые вещи. Так, так. Еще. Нету Додана. Нету, не видел, что глаза Додана с пластиковой овощиной. Так, стамески, вилочки. Девочки, что, соты? 10 лир, наверное. Китайский сот 10 лир. Ну и что? Что ты хочешь? А что ты с ним делать будешь? Ну, при чем? Это же кассет, это же не кожа. Ну, я понял. Ну, тут на них жалко. Не, ну, тут хорошее качество. А ну, достать. Говорили, что, я на форумах читал, что... Плохое качество? Да, что нужно допиливать. Ну, цена, ну, за такую цену качество губится. Но сейчас уже я смотрю, что... По-моему, сделали неплохо. Очень хорошо. И ячейки все. Ну, есть, правда, есть. Ну, есть, да. То есть, что надо доработать, ну... 10 лир это 80 гривен, согласитесь, это не 900, как Никот или Джентер. Положи там. А почти. How much, рефлектор? How much? Хочешь глянуть? How much? $40. Уже 40 долларов, да? Потом было. Потом 60. 50 евро. Там. Лампочка мне надо. Тут все то же самое, шкала Брикс. Ну, грубо. Это, короче. Это винный? Покупайте в магазине Ули. А там стоит оно. Сколько? 30 с чем-то долларов. Здесь Китай. Я как упакован. Это вот фирма.
Смотрите, какая упаковочка, дымарик. Прикольно, смотри. Да. Коробка стоит, как у нас дымарь. Вот, опять эти меха резиновые. Кстати, интересное решение, да, реально, если мех, зачем это? Это кожа нужна? Резина. Если здесь можно десяток дешевых резиновых купить и не парить все мозги. Да. Ну опять эти ножи, эти, что я хочу. Вот. А это системаря. Часть, ну, в принципе, не носится. Да, возьми, почитай. Смотри, книжечку. Ну, у вас тоже есть уже мешок для откачки. Ага. Спасибо. Бизнес-карт. Ага. А вот здесь? Это новачка. Задача, о, вы знаете, это ваша... Все, раунд, где фрейм новачка, да? Да. Машина там, потом это... Да, да. А это тоже новачок, да? Что это такое? Я не... Решетку. А, чистит. Ух ты! Не думаю. Ну, это для металлических. Only metal? А пластик? А там она. Пластик. Не-не-не, как... Только металлическую, да? Да-да-да. Потому что это тотный. Потом... Когда здесь очень трудно. Так, понимаете, да? Понятно. Спасибо. Да. Какой мульти этот продавец. Вообще класс. На всех языках. Ой-ой-ой, какой. Вот это мягко. Вот это мягенько. Это вот такая. Ну, короче, разного качества. Опять костюмы, опять все однотипное. Так, а вот подходим мы к стенду польского бартника, знаменитый. Приемщики меда. У нас тоже они в Украине есть. Интересная история. Вот так вот выглядят ребята в национальных теплых штанах. Ух, какая это шина. Останем бартники Европы. Серьезно. Что это такое? Мисочки. Для сбора меточного полочка. Специальная машина, которая осеменяет, не пойму. Я вижу, смотри, вот они с этих мисочек забирают молочко и вот вам перенос, не шпата, ничего, а промышленном, перенос молочка на промышленном уровне уже. И сбор. Ничего себе! Вот такая китайская машина. Турецкий павильон, что у них тут улья. Улья. Блин, надо делать уже стеклянную. Весь мир уже делает стекло. Все хотят пчеловоды видеть пчел. Смотрите, какая замечательная. Ну, симпатично смотрится. Правильно? Да. Берег, у них кадр попадает. Вот. И стоишь, наблюдаешь контрольным ульем. И пчелки приехали тоже на выставку. Надо выпускать. Весы с ножками. И солнечная батарея. У людей уже это не проблема. А у нас ни у кого еще нету. Никто не продает. Ну, вот. На октябрь 2017 года. Так, посмотрим улья. Турецкие улья. Цвет симпатичный. С
специально, вот, чтобы рамки не двигались и выдерживались. А вот, или вот такой вот разделитель Гофмана. Тоже с Азии. Это с фильтром, такой пресс, воскопресс. Это медогонки? А нет, что это такая глубокая? Я не знаю. А, так она глубокая, потому что она... А, непонятно. Да, узко, узкоглубокая. Так, что у них тут? Рефрактометры. Педрогенцином, а это? Полиндрей. Сушилка для пыльцы. Сушилка для пыльцы. Ну, космос, он что-то. Так, холодильник. Так, что у них инвентарь? Инвентарь. Вот эти... А, вот это для дымаря? Ну, с такой штукой могут и этот, как сказать, на улице и принять, и милиция принять. Это, по-моему, или для куривания, или для дымаря. Я не помню, для чего. Ну, очень опасно с собой носить ее. Рамки. А вот и вощина. Или нет? Нет. Все-таки. Вот это. Или вот похоже. Это. Вот это да дам. Точно? Точно. Вот это вот. Ну да. Сейчас возьмем прайс. А то. Рута есть в магазине, да нет. Так. Сетчатые донья. Сетчатые донья. Деревянные. Ну не знаю, мне очень понравились пластиковые. Поэтому не буду комментировать. Кормушки тоже у нас уже есть. А это для воска. Такой пресс, да? Интересно, как работает. Что-то не вижу, чтобы он чего-то подключался просто. I don't know. Да. Медогонки. А вот такие вот, смотрите, сувенирные штуки. Интересно, как сделали, бля, смотри, ну реально ж, это тут прямо и строили, наверное. Ну да. В домиках таких. Прикольно. Вот такой бочоночек с содовым медом. Класс, вообще очень красиво. Не просто содовый мед, а вот содовый мед еще в разных вариантах. Бочоночки, машинки, упаковка. И самый крайний ряд именно в нижней, в нижней части зала, да? Ну, кроме верхней. Нет, за вот эту штуку мы подходили раньше, консультировались. Это Андрей расскажет. Это от анафилактического шока. То есть, что такое анафилактический если шок? Если укусит пчела и у вас аллергия на укус пчелы, то можно себе уколоть ногу. Ну, она автомат, шприц автомат, да, там? Автомат, да. Но, к сожалению, он разрешен только в Турции. Да, это пока еще у нас. Нас очень он заинтересовал. Мы разговаривали с представителями, они говорят, ну, это медицинский препарат, и его просто так нельзя привезти. Нужно особое разрешение. Ну, чтобы вы понимали, $40 стоит один укол. Вот такой вот шприц. Вот такой вот шприц, вот так вот он нажимается. Ну, в общем, вот, да? Вот он здесь уже снятый. И вот так вот со всей силы продавливается и делается вот так. Ну, это, если у вас аллергия, то лучше вообще подальше от пчел держаться. Вот наши представители. Ну как, много контрактов подписали? Ну, такие веселые все. Все замученные после выставки. Пальцы. Рита. Не весело уже? Заболел? Выздоравливай. Так, что, пойдем к пчелу, вот эту снимем.
робот-робот, и в этой части... Ну, один из последних стендов уже смотрели, у Николода, вот что нам понравился, как интересно сделал. Иранка, смотри. Ну да. Вот, вот, вот это кто такие? Непонятно. А, Турция. Кино, три отверстия. Так, ну пойдем теперь подниматься наверх, посмотреть, почем у них мед продают.